Чтобы хоть как-то вот эти свободное время проводить, солдаты и офицеры железнодорожного батальона, те, которые строили железную дорогу, привезли с собой патефон, он еще довоенный патефон. И под звуки этого патефона, я всегда говорю, устраивали танцы, создавались первые семьи нашего космодрома Байконур. Вот такой вот очень уникальный у нас здесь экспонат. Так, ну я сейчас прошу... Да, классный экспонат. Так, ну прошу вас, пожалуйста...